Перед вами медицинский работник и наша пациенточка Саша, а перед ними лицевой вибромассажер, который успешно применяется на дому с целью лечения слезотечения при частичной непроходимости слезоносовых путей как у взрослых, так и у детей, а также при снижении тонуса, то есть потере тонуса век, при сглаживании морщин. Он применяется, как вам понятно стало, и в косметологии, и у нас в офтальмологии. Вот как это делается. Мы включаем другую сторону только, пожалуйста, да-да. И прикладываем к глазу. Соответственно, воздействуем на мышцы, повышая тонус их. Вот как это делается.